В выставочном павильоне станции юных техников открылась экспозиция работ педагогов учреждения. Ее приурочили ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Вниманию зрителей представлено около 200 экспонатов, выполненных в различных техниках. Это декупаж, вязание, живопись, фотография, декоративно-прикладное творчество. Наши педагоги обучают своих детей очень по разным направлениям технического и декоративно-прикладного творчества. Но сами они тоже люди очень талантливые. И, может, дома они занимаются чем-то совсем не другим, не тем, чему учат своих детей, или изучают новые технологии. И мы решили себе, прежде всего себе и всем желающим доказать, что у нас работают очень талантливые педагоги, и сделали такую выставку. Выставку работ педагогов станции юных техников может посетить любой желающий. Она открыта с 10 утра до 4 часов дня в главном корпусе по адресу 34-й квартал, дом 1.